Здравствуйте, наши дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас, март месяц уже. 11-е, да, число. Мы сегодня ездили в магазин Аби, у нас земля кончилась. Вот, внезапно прям раз и кончилось, и все. Почему? Потому что вот сейчас муж покажет, сколько всего насадило и надо пересаживать. Вот, посмотрите, вот это вот у нас лобелия. Красная. Вот посмотрите, как она взошла. Дружненько, кучечкой, и все хорошо. Вот это тоже лобелия, только синяя. Вот. Лобелия. Хорошо взошла. Ну, вот сейчас она у нас. Это забыло это. Бегония. Это вот бегония такая маленькая. Вот такая бегония выросла у нас. Вечно цветущая, по-моему. Вот такая бегония. Это у нас будлея. Так. Калибрахо соврала. Это вот я пересадила побольше в стаканчике. Вот она у нас так растет. Вот так уже хорошо подросла. У нас еще только март. Она уже вот как подросла. Вот, что я еще хотела показать. Вот наши колиусы. Садили мы 2 февраля с семенами. Посмотрите, какая расцветка уже. Потом подрастет, я макушечки прищипну. Вот дихондра. Вот дихондра. Правда, 2 штучки. Вот тоненькие такие. Вот это дихондра. Там дальше к стеночке. Это перчик. Перчик у меня там вот побольше в углу. Баклажаны 6 штук. А мне больше и не надо. Это вот тоже перец у меня горький. 7 штук. 7 где-то еще 8 должен быть в стаканчике. Надо будет пересадить его. 8 всего. Вот. Еще хотела бы я что показать. Это эустома. Это у нас эустомка. Вот так вот она у нас подросла. Я ее посадила побольше в стаканчики. Вот такие большие стаканчики. И ей места хватит. Потом она пойдет уже в сад. Вот. Вот это вот у меня здесь помидоры. Посадила я их 6. Сейчас покажу. 6 марта. 9 у меня уже выскочили. Посмотрите как. Дружненько. Это одна баночка. Вот. Сейчас покажу еще. Потом закрою. Вот вторая баночка. Они у меня в другой были. Посмотрите, как дружно. Это помидоры. Вот так вот надо поснимать эти макушечки. Как они. Парашютисты. Шлем. Ну, вот это. Вот посмотрите, как дружно они взошли. Видите? Я их потом окрепнут маленько. По 2 выпустят настоящих листочка. Я их пересажу в отдельные стаканчики. Много мне не надо, но я отберу самые сильные. Вот. Остальные, не знаю, подружкам отдам, родственникам. Так, что я еще хотела показать. Вот это вот у нас. Датура белая. Вот как. Ну, я себе отсадила там датуру. А это вот у меня как осталось, но я тоже подружке отдам со 2 подъезда. Марине, она очень хороший человек. Вот. Что я еще хотела показать. Вот тут у меня гелиотроп. Посмотрите, как он у меня взошел. Вот. Правда, не дружно семена взошли. Но посмотрим. Еще всходит. Садила я его 25 февраля. Вот так. Потихоньку проветриваю. У нас на лоджии сейчас солнышко светит. Жара стоит тут вообще. Вот. Еще что. Купила я калибрахо. Ой, фу ты, господи, простите, кобея. Вот. Вот такие. Это синяя кобея. 7 штучек семянок. Ну вот, буду сегодня садить их, потому что не знаю. Первый раз сажу. 6 числа я их. Уже надо садить. Сказали, должны вылезти, эти дать хвостики. Ничего они тут не дают. Никаких хвостиков нету.
Но тянуть больше не буду. Говорят, долго всходит. Не знаю, посажу. Первый опыт. Зайдут, зайдут. Нет, значит, будем дальше пытаться. Вот. Ну, мы были в Аби, я уже говорила. Купили вот такую примула. Такая хорошенькая. Ей места хватит. Не хватит, посажу побольше в баночку. Вот. Такую примулу купили. Да, я еще не показала. Вот видите, петунья у меня какая. Вот видите, петунька. Потом я маку, чуть подрастет, макушку и прищипну. Вот это вот. Вот это у меня петуньки тут вот. А это вот будли... Как ее? Господи. Датура. Забываю название. Вот это вот 6 штучек. У меня датуры. Одна из них вот синенькая, фиолетовая. А эти беленькие. Ну, я там посадила еще желтую. Ну, не знаю, взойдет, не взойдет. Прошлый год не взошла у меня. Но я еще пытаюсь. Так, что еще купили? Та-дам! Бузульник зубчатый. У меня есть бузульник, но он у него, у этого цветочки как ромашечки, а у того я забыл название, как так вот стрелкой такой. Вот увидела и купил, ну не могла пройти мимо. Вот сейчас буду, он конечно, он уже как расти начал. Сейчас буду садить его и на балкон туда на прохладную уберу. Вот я приготовила уже емкость для него. Вот такой вот, такая цветет. Красотка, пусть цветет. Примулка будет радовать. Еще ничего не цветет, а она пусть цветет. Ну вот, у меня как-то подписчики, одна подписчица спрашивала, столько у вас цветов, а вы садите вообще помидоры, перцы? Вот, пожалуйста, баклажаны, 6 штук. Помидоры вы видели, как они выскочили хорошо. Прямо... Главное, 6-го я их посадила, а 9-го уже они повыскакивали. Все дружно. Я их ставлю, это накрыла такой прозрачной баночкой пониже, вот в такую поставила. И под батарею. Через 3 дня они у меня все выскочили. А, вот тут вот еще забыла показать. Вот у меня это лаванда. 3 февраля я садила. Вот посмотрите, какие хорошенькие. Ну, тут еще вот вылазит вот что лаванды. Ну вот, так хорошо подрастут, буду их пересаживать. Сейчас пока пусть тут растут. Так, ну что, будем садить наш бузульник. Сейчас я его закопаю. Жалко его, чуть он растет. А там в Аби такой был. Потом я приклею этикеточку эту сюда на баночку. Я ее... Вот так вот загибаю. И вот сюда на баночку скотчем потом приклею. Сейчас мы посмотрим, где у меня чашечка. Чашечка, чашечка. Не приготовила. Вот, сейчас мы его откроем, посмотрим. Посмотрим, может, надо фитоспорение его промыть, замочить. Что-то я не приготовила, поторопилась. Ой, какой хороший корень, мощный. Вот видите, смотрите, какой. Да, его надо было замочить, обмыть. Ну, давай. Давай, сейчас я, наверное, принесу, приготовлю. Ну, вот развели мы фитоспоринчик. Сейчас его положим, посмотрим, что подгнило, уберем. Что хорошее, оставим. Замочим на несколько, ну, на часик, на полчасика. Вот тоже посмотрите, как лежал, да? Садит его так. Будем садить тогда под уклоном. Мы его искупаем тут. Ну, оставь его, пусть лежит. Да, пусть немножко полежит. И потом продолжим. Ну вот, прошел часик у нас. Наш бузульник полежал. Вот посмотрите, какая у него корневая система. Тут я
убрала лишние, вот, которые были, как это, ну, коричневые, подгнившие корешочки, все. Посмотрите, в каком хорошем состоянии. Вот. Он же так садится. А видите, он как, знаешь, будем садить вот так чуть-чуть бочком. Вот, сейчас я приготовила емкость. Тут дырочки очень большие. Я сюда постелила салфетку. Салфетка промокнет, земля не вывалится. Вот сейчас мы его будем садить. Сделаем, наверное, чуть-чуть горочку, потому что у него внутри там как внутри здесь у него в корнях вон пустота. А нам надо, чтобы его посадить вот так прямо на эту горочку. Сейчас еще сюда вот подсыплю. Вот так вот. Во. Вот так вот мы его и закопаем. Купили земельку. Не знаем, какая. Взяли первый раз. Посмотрим. Ганечкина. Ага, земелька Ганечкина. Не знаю, что там Ганечкина у нас выпустила. Посмотрим, какая такая земелька. Потом результат скажем. Вот так вот мы посадили его. Да. У меня еще будет второй бузульничек. Так вот, сейчас я его полью, а потом земельки досыпем, чтобы наши корешочки все соприкоснулись с земелькой. Хорошо промочим земельку. Вот так. Сейчас она постоит. Это можно обрезать. Какой-то сухой торчит тут, не к месту. Вот водичка уже прошла. Сейчас мы его тут сверху. И унесем туда на балкончик. Пусть там прохладно, там у нас розочки. Я забыла сказать, наверное, мы выпускали как-то насчет розочек. Некоторые спрашивают, а почек не было, почему вы садите? Когда мы их купили в светофоре розочки, то там стволики были подсохшие. Сморщенные. Да, не подсохшие, а сморщенные. Да, правильно, Володь. Вот. И мы что-то я побоялась и решила их посадить. Поэтому мы... А там уже просыпаются почечки. И нормально. Я что-то побоялась их оставлять в таком состоянии. Ну, все. Мы посадили наш цветочек, бузульничек. Сейчас унесу его туда на холодный балкончик. И пусть стоит он у нас до весны. Вот водичку я с этого солью. Вот, сейчас мы его туда унесем. Ну вот, мы пришли на холодный наш балкончик, где у нас, вот это мой муж положил доску сюда. Вот здесь он будет у нас расти до весны. Вот, здесь вот розочки. Вот видите, которые. Вот почечки уже просыпаются. Вот почечки тоже. Вот почечки. Но этого пока не видать. Я его не, как полила тогда, когда садили. Все, больше я их не поливала. Ну, это наша ивушка здесь стоит. Вот она уже как подросла. Вот сюда примулку принесла. Пусть она у нас тут. Это лилейник вот наш. Как подрос. Вот холодно, прохладно здесь. Форточки у нас открытые. Это вот флокс наш. Посмотрите, как он подрос маленько. Вот надо земельки маленько подсыпать. Это вот колокольчик. Мы вам показывали. Который точечный. Вот посмотрите, как он у нас. Все, весна. Все растет. А это у нас лобазник. Вот видите, какие у него листочки красивые. Вот лобазник. Вот тут у нас все на холодном балкончике стоит. Когда будет совсем тепло, мы дверь в комнату закроем, а здесь у нас полностью все открыто. Вот здесь и будет он расти у нас.
и стоять. До высадки на даче. Да. Как поедем сразу, как посадим все. Ладно, будем с вами прощаться. Всем до свидания. Заходите на наш канал. Счастливо. Пока-пока.